Федерация автомотоспорта Республики Казахстан при поддержке Министерства культуры и спорта, а также Акимат Мангыстауской области к 20-летию Астаны проводят этап Кубка мира по ралли-рейдам «Ралли Казахстан». Лучшие команды, сильнейшие мировые автогонщики будут состязаться в живописных просторах Мангыстау. Болейте за наших, следите за событиями с 27 мая по 2 июня. Ралли «Казахстан-2018».